Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сразу хочу поблагодарить всех, кто пишет комментарии, ставит лайки и делится моими видео с друзьями. Ваша активность и поддержка очень меня радуют и мотивируют и дальше делиться с вами проверенными рецептами омолаживающих масок. Например, маска, о которой я сегодня буду рассказывать, это просто какое-то чудо расчудесное, которое преображает кожу девочек 60+. Эта маска направленно работает на устранение морщин и на подтяжку кожи. А еще она отбеливает, освежает и тонизирует кожу и придает ей цветущий и отдохнувший вид. И чтобы сделать эту мощную омолаживающую маску, возьмите половину чайной ложки молотого имбиря, одну чайную ложку геля алоэ, одну чайную ложку касторового масла, одну чайную ложку крахмала и одну столовую ложку сметаны. Перемешайте все компоненты и затем нанесите эту маску на очищенную и сухую кожу лица, шеи и декольте. А под глаза эту маску наносить нельзя, поэтому на эту зону можно нанести каплю касторового масла, которое обладает прекрасными отбеливающими и разглаживающими действиями. Через 15 минут смойте маску теплой водой и нанесите на кожу тоник и крем. И делать такую омолаживающую маску нужно 2 раза в неделю, если у вас жирная кожа, и 1 раз в неделю, если кожа сухая. И напоминаю вам, что перед первым применением новой для вас маски вы обязательно должны сделать тест на аллергию на сгибе локтя.